Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю неудачных ограблений, с вами Сейнт, мы продолжаем играть в Cyberpunk 2077, остановились на том, что забрали мы чип, но ценой очень-очень нехороший, он у нас полная разгерметизация чипа, который нам нужно было украсть, и Джеки засунул его в себя, посмотрим, сможем ли мы выжить, сможем ли мы пробраться. Договорились. Соглашение, а не разглашение. Это что такое? Блять, тихо, тихо, тихо. Камеры есть какие-то здесь? Ой, вот сейчас надо по стелсу. Как я не люблю по стелсу. Джеки, ёбаный, ты чё так шумишь? Кашемир? Ладно. Так, я сейчас что-то буду тут собирать. Ведерко для шампанского мне не нужно. Джеки, тихо, пожалуйста, я тебя молю. Чериско. Джеки, аккуратно. Подождать возможности обезвредить охранников дополнительные. Папа Гарсон, кислая планета, восстановление здоровья, кстати, новая говядина. Что у меня по хелам? По хелам что у меня? Снаряжение, не снаряжение, рюкзак, не рюкзак. Конфетки, 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 конфетки. Конфеточки, конфетки, бараночки. Где ж конфетки? Эти самые, которые я подобрал. Господи Иисусе. Вот. Использовать. Тихо. Блять. Так, тихо. Тут по одному. На каждого. Погоди. Давай, выбирай, кого ты хочешь. Повторяю, Юрий Нобу Арасака эвакуирован. Да что там такое? Ничего хорошего. Обезвредить охранника. Они же сейчас не развернутся? По одному на каждого. Охранник Кампеки. Взлом протокола, перезагрузка оптики, замыкание. Взлом протокола. Один С, Е9. Соединение установлено. Так, я взламываю его, окей. Все демоны отправлены выйти из программы. Замыкание оптики. Перезагрузка оптики. Блять, он развернулся в эту сторону. Опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Сука, я его зачем зря взламывал. Хорош. Ты только посмотри на это. Глушитель нам пригодится. Да. Осторожно. Там, наверное, дохера охранников. Понял. Не дергайся, а то нас... Сейчас, секунду. Прочитаю, что тут написано. Йокаи — японские демоны прошлого и настоящего.
Они живут на горных вершинах, в реках и океанах, на городских улицах и на тех этажах мегабашен, в чьих номерах есть цифра 4. Они могут поселиться у вас в стиральной машине или инфовизоре. Некоторые появляются в одних и тех же местах. Другие преследуют определенного человека, и это из-за них вы слышите странные звуки посреди пустыни. Из-за них вам кажется, будто за вами кто-то наблюдает, хотя вокруг ни души. Из-за них вы все время замечаете боковым зрением то, чего не видит больше никто. Даже если Риппер настраивал ваши импланты совсем недавно. Первое упоминание о йокаях в японской литературе датируется 797 годом. Эти сверхъестественные существа, тесно связанные с загробным миром, живут в японском сознании с самого зарождения анимизма. Нельзя сказать, что японцы верят в йокаев. Они просто знают, что йокаи существуют. Помимо призраков, демонов и других загадочных созданий, к йокаям относятся оборотни Обаке или Бакемоно. Считается, что они способны принимать облик человека без лица, одноглазого пугала или животного. Легенды гласят, что по достижении определенного возраста кошки превращаются в Бакенеко. Эти йокаи умеют ходить на задних лапах, разговаривать, танцевать и превращаться в человека, а некоторые даже пожирают собственных хозяев и занимают их места. Иногда Бакенеко приходят к людям во сне. Умеют они и пробуждать мертвых, для этого им нужно всего лишь перепрыгнуть через тело усопшего. На этом способности Бакенеко не заканчиваются. Так, увидев рядом кошку о двух хвостах, следует насторожиться. Это Некомата, йокай, способный проклинать живых и управлять мертвыми. В человеческом обличии Некомата выглядит как сварливая старуха, которая вызывает у окружающих необъяснимый страх и тревогу. Впрочем, спешим успокоить наших русскоязычных читателей. Бакенеко вы увидите разве что в виде фигурок Манекинеко в сувенирном киоске. Настоящие кошки в наши дни встречаются реже, чем йокаи. Да? У меня просто живет дома кошка, и это самое, как бы, надо быть аккуратнее, я так понял. Запонки, это такое. Тут что у нас? Отлично. Так, секунду, сразу, раз у нас тут все это самое, рюкзак. Нет, снаряжение все-таки. Окей. Красиво, красиво, красиво. Насадки. Насадки. Позволяет наносить двукратный урон при скрытной атаке. Глушитель. А где это самый товарищ мой? Тут что сделать надо? У 55 БД. Добыча данных. Демоны отправлены. Излучение данных, необычные компоненты скриптов, редкие компоненты скриптов. Идем. Комнаты Дзен. Проверили? Да, все чисто. Ничего странного, подозрительного. Дверь на балкон вроде как сломана. Значит, проверьте еще раз. Блять, там камера. Эй, тут. Взлом протокола, контроль камер. Взлом протокола. БД 55 мне нужно. Выключить удаленная деактивация. Конфетки, бараночки. Сука. Замыкание. Сдавайся! Окей, все хорошо. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров. И выполнять указания персонала. Сопротивление бесполезно! Ты о чем вообще? Ты никого не видел, братан. Блять.
тварь. Перезагрузка оптики. Да я ебал в рот проходить это по стелсу. Не рискуй! Договорились. Давай, умирай, блядь. Камбэки плавны, а я сейчас не буду опасны. Просим покидать своих номеров. Секунду. Бреждеви! Ты ранен! О, сука. Хорошо. Все? Нет, не все. Братан, ты не хочешь пойти отвлечь их, нет? Капец, они живучие в этой игре, но я не могу. И вносит хорошо. Стаканы ебаные. Давай, давай, высовывайся. Внимание! Камбэки плаза, объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров. Это будет долгая перестрелка. Вылезай, 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 вылезай. Вылезешь сегодня? Есть. Последний ингалятор, пиздец. Патронов нет! Надо перезарядить! Да умри! Суки. Вот суконавты. Так, сигуры. У меня есть другая какая-то сигуры покруче. Уменьшает урон. Ладно. Договорились. Чё у вас по луту, ребят? М-граната. Внимание! Камбэки плаза, объявлен красный уровень опасности. Просим. У меня 18 штук каких-то. Сейчас одну секунду. 18 чего? 18. У меня что-то экипировано. 18. Это хилка? Просто я должен понимать, это что? Вот оно, отскок. Мгновенно восстанавливает 15% здоровья, затем 3% здоровья в секунду. Да, замечательно. У меня есть, значит, 18 хилок еще. Есть одна доступная очко способностей. Окей. Может, технику какую-то качнуть. Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Такое. Нет, тут хуйня. Вот, мизантроп докачаю. Братишка, а ты что, живой остался? Мне такого не надо. Живые твари. Еще потом расскажете, кто тут был. Чуть не насмерть. Это да.
кого их? Кого их? Я никого не вижу. Так, тихо. Джеки, блядь, дай пройти. Открыть огонь! Вот же уроды. Хе-хе-хе! Понеслась! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стреляй! Погоди! Я перезаряжу! Вау-вау-вау-вау-вау! Еще большие потери! Минус один, минус второй. Ой, ёбки. Вы на кого полезли, твари? Мертвый. Балаклава. Так, окей. Теперь к снаряжению мы сюда добавим еще одну вещицу. Это будет вот такая вот история. Тут третий где-то был. Ты его где завалил, братан? Мне нужно его залутать тоже. Обнуление происходит. Окей. На! Чингадо мадре! Так, колем. Хороший выстрел! Еще один. Бля! Хорошо. Заряжай, пока есть возможность. Тут есть что-то залутать? Бесплатная пища, ребята, тут у вас был фуршет, а можно кофечку сделать? Нельзя. Нас не позвали на этот праздник жизни, слушай. Джеки, нас не позвали, это не дело. Да кто поймает? Вот да, именно так. Прячься быстро. Лежать, не вставай. Все, тебе чисто. Пойдет. Нет, не все. Быстро! У меня гранаты, что ли? Куда гранаты кончились замечательно? Лежать! У нас потери! Еще какие, блять, у вас потери? У вас потери всего сейчас будут. Потери лиц. Потери жизни. Потеря ног. Ты умрешь, сколько тебе нужно выстрелов? Почему они в этой игре все такие бронированные?
Так, камеру снял, замечательно. Замечательно. Заходим. Да-да-да, заплачу когда-нибудь. Ну, вроде бы все. Когда-нибудь, но не сегодня. Неплохо, мы вообще все по стелсу сделали, все по стелсу. Че у тебя есть? О, Макс Док. Осколочная граната, это мне надо. Я это все буду продавать потом. Отскок. Код красный у них. Тянь-ча. Это что такое? Натуральная вода. Неплохо, нормально мы. И залутались даже. Да. Побежали смотреть. Сейчас Патрики проверю. Блять. Сука, патронов мало, очень мало. Ладно, разберемся мы с ними тоже. Давай, давай, прорываемся, я прикрываю. Орали, орали, орали! Да чё меня так откидывает? Не жалей никого, слышишь? Ах ты, террорист! Перезарядочка. На всякий случай. Гранатка! Он ранен! Повезло. Лутаем. Срочно лутаем. Капельная кофеварка у тебя? Зачем она? Тихо. Служебный ключ есть. Стимулятор здоровья. Вау, Defender какой-то. Так, секунду, я посмотрю, что у меня по снаряжению. И потому что патриков прям очень мало. Патриков прям очень мало. Я взял какой-то Defender жесткий. Во. Давай вот сюда его поставим. Вечеринка начинается. Ты готов? Я готов. Я уже столько этих неразглашений взял, что можно ебануться. Погнали. Конференц-зал. Добраться до фойе. Что? Да, и что? 150 лет жил, а сегодня, именно сегодня... Фига, ему 150 лет было? Финита, бля, комедия. По-твоему, это смешно? Блять, хотел береги силу нажать. Да, смешно. Наверное, печень накрылась. Доигрался. Ты... Не грусти, Ви. Мы выберемся. Да, уж это точно выберемся. Да, ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Да я не срываюсь. Я вижу, как оно... Ты-то нормально все делал. Пропуск в высшую лигу, добраться до фойе. Ну что?
Сейчас будет самая жесткая перестрелка в фойе, да? Нас там ждет уже бригада ОМОНа. Ну, вылезешь? Нихуя пулемет выдерживает он. Вот это я понимаю. Чё тут? Сигара забрал. Забираю все, что криво лежит. Патриков мало, просто жесть. Патриков мало, просто жесть. Сигуре. 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 Вот эту ставлю, Сигуре. Блять, 30 патронов всего. А ты чё встал тогда? Кто киборг? Они идут там или нет? Я не понимаю. Быстро, быстро! Прячься! Живо! Ну, где? Так, ладно. Контроль камер. Погоди! Блять, я не могу его, не могу ничего сделать, замечательно. Я не могу ничего сделать, почему? Даже взлом протокола не могу сделать. Так, их осталось двое вроде как. Окей. Еще один Патрик. Да стреляйте вы! Ты умрешь! Лучше уебывайте! Слышите меня, Кониус? Охуенно. Он еще и хильнулся, блядь. Хороший выстрел. У меня 30 патронов всего. Я пустой, блядь. Два Патрика. Так, есть. Есть. Воу! Он киборг! Кто, блядь, он? Я? Я киборг. Пиздец. Тихо.
Это типа мини-босс? Мы уязвимы! Магазин пустой! Сейчас, я тоже перезаряжаюсь, братан, держись. А ну-ка. У меня есть тут умение, я сейчас вкачаю пока что-то, что могу. Собственно, интеллект, протокол взлома, быстрый взлом. Так, вы получаете демон тихий час, который отключает все камеры в локальной стене на 3 минуты. Взлом протокола длится на 20% дольше. Вы получаете улучшенную версию демона, добыча данных. Вы получаете демон, массовая уязвимость. Это все хуйня какая-то. Бред. Надо оружие, короче, качать. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличивается на 3%. Охуенно просто. Перезарядка. Вероятность критического попадания. Вот это другой разговор. Воу! Как пробраться сквозь него? Контроль камер. Почему я его взломать не могу, ничего? Сеть взломана. Доступные скрипты заблокированы. Он хотя бы дэмэдж получает. Окей, заебись. Подходите, бляди! У меня два Патрика, блядь, и тут 18, охуенно. Он киборг! Тихо. Мне нравится, что Джеки стоит, секунду! ему все равно просто. А, вон дробовика как мучится так как. На! Сейчас. Сейчас. Уязвимы. Да мы не уязвимы. Ух, пиздец. Ты чё, живой все это время был? Мудак. Сраный. Тебе конец! Там еще кто-то живой остался. Не дергайся, а то нас увидят. Ну и где Каброс? Я вообще Кабронусов не вижу. Здание Компаки Плаза забрал. Джеки. Давай. Залетай! Залетай сюда! Ну? Парковка. Пора
Жить будешь, братан. Жить. У меня есть. Тихо. Необычные компоненты. Блять, оружия нет нихуя. Иди воюй, Джеки. Охуенно. Давай, перезагрузка оптики. Деламейн, боевой режим, блядь. Секунду, мне нужно снаряжение. У меня оружие, у меня патронов нет вообще ни на что. О, это жопа полнейшая. Как сложно без Патриков-то. А, все. Ну, типа, хе-хе. Вечеринка просто ебанутая. Попадание в цель! Блять, Джеки не помогает, это плохо. Не знаю, смогу я добежать до машины? Как считаете? Он подбит! Деламейн, газуй! Окей. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо. Фух. Блин-то учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Да ладно. Реально ебаный насрал, пиздец. Это что за терминал? Чего? Проезд заблокирован. Охуенно. Просто пиздец. Мне еще отстреливаться, может быть, надо, нет? Это плохая новость, Деламейн. Чем ты разберешься, блядь? Никак эти говноеды не уймутся. У меня ноль патронов, но я продолжаю перезаряжаться. А ну-ка. А, сейчас бесконечные варианты. Сейчас бесконечный Патрик, я понял. Перезарядись, пожалуйста, давай. А! Воздушное судно противника ликвидировано. Замечательно. Дэл. Заказ выполнен, у нас получилось, Джек! Блядь, Джеки, живи только, пожалуйста. Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу, сейчас! Приношу извинения, но это не возможно. В смысле? Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права, делай, что я говорю! Ничего, Ли. Блять, нам врач нужен, слышь, белая тварь. Поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, живи, пожалуйста, Джеки. Глаза. Мисти. Она
знал. Нет, в смысле, ты не можешь умереть сейчас. Давай живи, Джеки. Так, тихо, ты жить будешь, спокойно все. Спокойно давай, не выебывайся. Джеки, все нормально будет. Че, блядь? Да нет, камон. О, сука, ой, ебать я злой, нахуй. Пизда вам, блядь, Арасаки ебучие, я вас найду, нахуй, вычислю и ёбну. За всю хуйню, что вы сделали с Джеки. Ебанутые. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Блядь, сейчас не вовремя совсем про это говорить. Назначение. Никуда его не вези, жди меня здесь, отправь его домой к семье, отвези его в клинику Виктора Вектора. Давай к Виктору. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо, как пожелаете. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. Джек, блядь, Джек. До встречи в высшей лиге, Джеки. Пиздец. Прощай, дружище. Блять, почему? Почему он должен был помереть? Войти в номер 204. Охуенно. Что у меня? Нет патронов. Везде пишут. Нет патронов. Прям вообще нет нигде патронов. Прям вообще нет нигде патронов. Охуенно. На дроби есть 3 патрона. Машина, блядь, горит, пиздец. Ой, у меня нет Патрика, вдруг сейчас какая-то жопа будет происходить. Так, вы перегружены, уберите ненужные предметы из инвентаря. Р. Сейчас продам, блядь. Наваки, хуяки. Наваки. Хаос. Не, погоди, хаос не продаю. Гасани, нет. Бать, у меня сколько говна всякого. Копперхед, Наваки, Дефендер, Сигуре, Сигуре. Вот поэтому мне пишут, что я перегружен, что всякого говна набрал. Так, дробь оставлю одну. Ай, пиздец. Обидно, блин, обидно за Джека. Почему так? Почему лучшие уходят раньше всех? Грустно, пиздец. Все, я не перегружен. Патрики купить можно у вас? Нельзя. Дэвид Карр, полиция. Не нужно мне в полицию. Номер 204. Блять, если ты меня еще и кинуть захочешь, тварь. Если меня это толстый мессия захочет кинуть, я его ёбну, блять. Смерть Джека не должна быть напрасной. Что у меня в телефоне одно? Не могу телефон даже включить. Нормально. Бля, пиздец. Ну. Туки-туки, открываем дверь. Пусти.
Тебя ждут. Да я знаю. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. Проебе? А где Джекстер? Остался в машине? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. Да это был твой план, блядь, и он проебался. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где чип? У меня с собой. Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Во что мы тебя втянули? Вы завалили его величество, императора. Это не мы были. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Да мы не убивали его, ты заебал. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ебать. А мы не могли снять на видео, как его сын убивает, блядь, батю своего? Слышь? Ладно, спокойно. Надо продумать следующий. Давай ход. Думай. Ты тут мозг, ты план этот здесь разрабатывал. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. В смысле? Ванная вон там. Приведи себя в порядок. В смысле с лицом? Умыться. Что у меня с лицом не так? Умыться, разбить зеркало. А вот теперь можно и зеркало пиздануть, блять. Бля, план, конечно, говно твой был, слышь, Декс. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, блядь. Ну, да. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Декс, ты ёбнулся! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Тварь ты. Обойдусь без лучей славы. Тварь ты ебучая. Ну ты сука, конечно. Я был тебе верен, мразь. Критическая ошибка, адрес точки загрузки. И чё? И чё, и чё? Нас восстановят? Интерлюдия. Выйти на сцену. Клуб Мола, 20 августа 23 года, время 21:00. Полученное достижение, влюбленные. Привет. Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Я не понял, а я сейчас кто? Тебе туда нельзя. В смысле? Тихо, тихо, успокойся. А, опа! Опа, за кого это мы играем? Нет, стой. Блять, а я в зеркале-то видел? А я... Ты на кого, блять, голос поднял, щенок? Ты видел, кто я нахуй? Чё тут было? Открыть. Опять обдул. Тебя ебёт кто я? И какой я? Чё, зажгём этот танцпол? Любовь как мотив. Здорово. Сегодня я пришел, чтобы с вами попрощаться.
Мы играем за Джонни Сильверхэнда. Красиво. Только почему мы за него играем? Это вопрос. Выйти наружу. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Отлично, тогда поговорим. Брейнданс. Эти про брейндансы свои. Джонни, подожди! Че хочешь? Не надо этого. Ты же ничего не добьешь. Че хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ну какая там меня ждет, как кисуня? Бестия. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Блядь. Привет, здорово, шайтан. Здорово. Шайтан? Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно? Да, понятно, понятно. Любовь как мотив. Так, вопрос, что с Ви? И где он? Покажите мне, пожалуйста, моего Ви. Мы вообще кто? Вот, доки горят. За Джонни Сильверхэнда. Света нет. Мы полиция, вот ОМОН, банда. Кто? Сука, пиздец. Мне не нравится озвучка. Беспорядки. Это наша работа. Мне не нравится озвучка Киану. У Киану голос другой. Почему у меня голос такой слишком юный? Тоже часть плана. У нас тут не ждет пацифистов, Том. Не нравятся твои проблемы. А мы же за Киану сейчас играем, за Джонни Сильверхэнда. Конец концов. Голос слишком молодой для него. Я ходить по вертолету не могу, я правильно понимаю? В инвентаре... Сейчас вы не можете это сделать. Окей. Интересно просто, зачем нам дали поиграть за Киану? За Джонни Сильверхэнда? Шайтан. А я могу стрелять? Нет? Нет. Джонни, шайтан! Джонни, шайтана подбили! По турелям нужно, турели умные. Фига пулемет. Ебенит. Нормально, нормально, нормально. Правда они, я не понимаю, люди выдерживают. Ну окей, как люди. Киборги, они же тоже наполовину роботы. У них есть части тела, всякие импланты. Но, блядь, они столько выдерживают патронов, блядь, даже турели столько не выдерживают. Слышь, турель. Последний герой остался у нас тут. Какая-то группа захвата, ебать. Довольно опасная. Хотя шайтана ранили, блядь, за шайтана обидно было. Он там выживет, ребят? Шайтан выживет, скажите мне, пожалуйста. Я волнуюсь за шайтана. Подождать, пока вертолет снизится. Так он так долго снижается, уже можно было 3 раза сесть. Взять сумку и выпрыгнуть. Ну давай. Мы несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится, хаос, вопли, рок-н-ролл. Не, походу они какие-то не полицейские, а другие ребята. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки? Не едят. Никто не ест мошек. Достало уже, хватит шариться в базах. Передай
на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Там кто-то еще с нами пойдет? Не пойдет. Найти лифт. Так, давайте мы готовиться, искать лифт будем в следующем эпизоде, потому что тут, я так понимаю, будет миссия за Джонни Сильверхенда, и она не будет быстрой в любом случае, то есть серия будет просто километровая, она и так уже, в принципе, довольно большая, блять, за Джека Уэллса, прям обидно, и, короче, черная мессия тварь, я прям расстроился, прям зря я ему доверился, сука он. Ладно. Будем продолжать смотреть, что дальше в следующей серии. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот эпизод. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующей серии прохождения Cyberpunk 2077 и в других играх. Всех обнял.